Каждая 20-я семья в регионе многодетная. Сегодня в области 6800. Демографическая ситуация имеет позитивные тенденции во многом благодаря областной поддержке. И все же стать родителями трижды, а то и в пятый раз курян побуждает вовсе не материальная помощь. 4 сыночка и 2 лапочки дочки. Дети – цветы жизни. А семья Аспидовых – это настоящий сад. Приемные родные здесь все одинаково любимы. 4 очаровательных цветка из Ставропольского края влились в семью всего 3 месяца назад. Теперь в их жизни, наконец, есть мама и папа. Теперь уже многодетная семья Аспидовых к пополнению подошла ответственно. Решиться было нелегко. Родителей поддержала дочка Диана. Старший сын у нас родился и все время просил кого-нибудь, братика, сестричку. Долго не могли. А когда он уже вырос большой-большой, появилась сестра. Разница у них очень большая, 18 лет. И младшая, когда стала подрастать, тоже стала просить кого-нибудь. Музыка счастья, задорный детский смех. Но так в их жизни было не всегда. Татьяна вспоминает, как увидела своих малышей впервые. Алешка зашел, поздоровался чинно и сел в угол. Андрюшка побежал сразу конфеты есть, и Сашка. Настя лучезарно улыбалась. У нее такая улыбка необыкновенная, очень такой приятный, гортанный смех. Убили они нас, они сразу начали галдеть мама, папа. Самому младшему Андрюшке всего 4. Любознательный, ласковый, он уже забыл страхи своего детства. Молодец. Веселые и дружные ребята помнят, делу время, потехи час. Они с удовольствием помогают по хозяйству. Мы учим детей, они учат нас. Вот так проходит. Каждый день и всегда есть, как говорится, и радость, и слезы, все есть. Самое главное – внимание. Потому что, когда они что-то спрашивают, стараться набраться терпения, объяснить, показать, разъяснить, что к чему, как. Для них важнее всего погода в доме. Подарить ребенку тепло родительской любви – это важный шаг длиной в жизнь. Ангелина Рязанцева, Денис Федорков, телеканал 7.